45 лет санаторию знания и День туризма. На традиционном ужине, куда ежегодно в начале осени приглашают партнеров здравницы, отметили сразу два праздника. В числе гостей – туроператоры, турагенты, поставщики товаров и услуг для санаторно-курортной сферы. Все те, кто в высокий сезон помогает знанию принимать гостей и делает их отдых комфортным. Гостей окунули в длинную и успешную 45-летнюю историю санатория знания. От идей строительства здравницы до сегодняшних дней. А еще партнерско-деловой ужин – отличная возможность подвести итоги очередного успешного высокого сезона. Этот год, юбилейный, стал для нас еще и рекордным. То есть все месяцы в этом году мы показывали рекордные результаты, которые не достигали в прежние годы. Это большое количество гостей, это рекордный финансовый показатель, это рекордные налоговые отчисления в бюджеты всех уровней. Очень красивая цифра получилась в августе. Объем оказанных услуг за один месяц превысил сумму 100 миллионов рублей. Партнерам, с которыми знания связывают годы успешного сотрудничества, вручили символ санатория – сову с индивидуальной гравировкой. Ну а сотрудники здравницы получили дипломы от главы города Сочи за плодотворный труд на благо курорта. Еще одна традиция, которой санаторий не изменяет уже много лет, это поддержка молодых специалистов. Двум студентам Сочинского госуниверситета вручили персональные стипендии в размере 60 тысяч рублей каждому. Как говорят в санатории, это вклад в будущее туризма. Ну а санаторий знания в это будущее смотрит с оптимизмом. У нас был потрясающий сезон, у нас очень много было возвратных гостей, это был высокий показатель именно сервисной нашей как бы составляющей и то, что мы все-таки делаем качественный продукт. С каждым годом у нас все лучше показатели по загрузке и по средней стоимости продажи путевки. С 2012 года знания санаторий с круглогодичной загрузкой. Лето закончилось, а гости продолжают пребывать на побережье. Теперь в здравнице и лето, и зима – это высокий сезон. Ольга Десятова, Алексей Давыдов, телекомпания «ФКТ».